Делюсь одним из своих любимых рецептом веганской лазаньи. С начинкой из соевого фарша и томатно-сливочным соусом из кешью. Получается очень вкусно, сочно, сытно и оригинально. Подробнее, как приготовить лазанью с соевым фаршем, я расскажу ниже. Для этого рецепта я не рекомендую использовать уже готовый соевый фарш, потому что по текстуре измельченные соевые кусочки получаются вкуснее. Специи для фарша вы можете подобрать на свой вкус, можно взять кориандр, хмели сунели, гранулированный лук и чеснок. Для соуса из кешью я использую пищевые дрожжи, они придают ему сырный ореховый вкус. Но можно приготовить и обычный соус бешамель. Кешью 40 грамм, вода 400 мл, крахмал кукурузный 1 столовая ложка, пищевые дрожжи 1-2 столовые ложек, листы для лазаньи 135-140 грамм, соевый текстурат 50-60 грамм, соевый соус 2 столовые ложки, соль по вкусу, томатная паста 1 столовая ложка, рубленые томаты 400 мл, лук 1 дробь 2 штуки. Приправа, по вкусу для мяса. Количество порций 2-3. Подготовьте все ингредиенты. Соевые кусочки залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Затем промойте в холодной воде и отожмите. Измельчите соевый текстурат в мясорубке на крупной насадке в фарш. Репчатый лук мелко порубите ножом и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте соевый фарш, приправьте его специями и соевым соусом. Перемешайте, обжаривайте до испарения лишней жидкости и румяной корочки. Постоянно помешивайте. Для томатного соуса перелейте рубленые томаты в кастрюлю, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и томатную пасту. Тушите соус на среднем огне до запустения, постоянно помешивая. В конце подсолите по вкусу. Орехи кешью взбейте в блендере с пищевыми дрожжами, солью по вкусу и крахмалом до однородной жидкости. Перелейте в кастрюлю и варите на среднем огне до загустения. По консистенции соус должен напоминать бешамель. Сильнее уваривать его не нужно. Смажьте форму для выпечки маслом, на дно добавьте немного соуса из кешью и 1-3 томатного соуса. Сверху выложите листы лазаньи. Если они полностью не входят в форму, то можно отломить до необходимого размера. Сверху налейте немного соуса из кешью и выложите половину соевого фарша. Затем снова немного соуса из кешью и второй слой листов для лазаньи. Повторите со вторым слоем то же самое, но добавьте туда вторую половину томатного соуса. Верхние листы лазаньи полностью залейте соусом из кешью. Выпекайте лазанью в духовке 35-37 минут при температуре 185 градусов. Лазанья с соевым фаршем готова. Приятного аппетита!